легендарную. Пару слов. Пару слов. Спать хочу. Нам с Агой пришли. Интервью. С чем-то. С чем-то. С Агой пришел. Так же. С чем-то. Я пришел без 15. Можешь вот эти пуговицы забрать у этого парня? Да. Я разрешаю. Да, в кармане здесь где-то. Ну можно и даже получше. А Волкус там не будет получше. Не трожь, не трожь. Я в телевизоре. Поехали. CP? CP, сегодня берут, а что? Я тебе энергетику покупаю. Ящик. Какой ящик? Ну вопрос. Вы сначала откроете, а потом зайдем, да? Фрик, отпусти. Нет. Два, три. Размер этой шляпы. Где? Потячий 50 рублей стоит. Ладно, потом. Ладно, 70. 40-й для тебя. Можно ставить на пол. Вот это можно ставить. Что тут старость? Показывай. Баль твоя. Футбольная, футбольная. Спортивная хуйня какая-то. Пати неудобно забежал. Это пиздец. Я, блядь, с двух сторон. О, смотри, такой прикольный. Рефлективный? Да. Ну, подряд. Вот так вот стоят, я с двух сторон хватаю и пиздец. Меня в стеллаж вносят нахуй. Эй, чем они? 78, много. Очень-очень много. Кто меня тут, блядь, видел? Да не сытый, блядь. Не заберу, да. Нормально, комната. Вечок. Суточка. Паре без капюшона. Украли, что. Ой, блядь, что с ним? А, ну. Это зашит лого, просто переместили. Ну, ясно, шляпа. Покажи. Что вы смотрите? XXL? Yeah, о, класс. Две даже. Вот, дайте мне купить два худака, пацаны. Можно как-то пошить вроде. Да, это сделают. Ты говорил, взял бы 50 килограмм. Ну, бери сколько? Какой ты? Я просто один хочу забрать. Серый? Ладно, пока. Не будь снимать. Ну что, народ, сегодня я пустой, вот полностью, более-менее что-то даже взял. В итоге там при осмотре, по ценам тоже смотрел, все скинул. Вот, ничего интересного, а самое главное, сладенького по ценам не было. Такие деньги тоже бывают, все супер, поэтому... Если вам нравится одеваться, а тем более одеваться дешево, я вам крайне рекомендую наш инстаграм. В нашем новогоднем инстаграме на заводе Бай вы можете найти просто уйму различных позиций по самым-самым вкусненьким ценам. Также самую свежайшую информацию, которую люди узнают благодаря инстаграму. Например, афиши видеороликов, какие-то скидочки. Также, если у вас есть вопросы, условно, по оригинальности каких-то либо вещей, допустим, каких-то артериксов, обычных вещей, там, стунайлендов, подскажу, расскажу почти за бесплатно. Поэтому обязательно пишите, интересуйтесь. Всем желаю приятного просмотра. Ну что вы, народ, мы подходим. Давайте посмотрим. Ты один, дружище?
Нет, передо мной еще пять человек. Здорово. Так, короче. Сантрес. Вон. Динар, зачи. Как заводерская банда. Почти в строю. Связь. Почти в строю. Проснулись, улыбнулись и пришли на завоз. Надеемся сегодня на хорошей позиции. Ну, понятное дело. Посмотрим, конечно. Как, повезет, как бы повезет. Сколько мы уже не были в этой игре. Долго. Ну что, малый, ты что уроняешь? Давай. Легендарную. Легендарную? Что скажешь, подписчик? А, сегодня Арктерикс будет. Сегодня. Кархард? Естественно. Короче, да, я опрос. Так, что скажешь, подписчик? Что подписывались на канал. И ставили бубенцы. Камен, оставляли там комментарии, бубенцы. Секунды тикают? Нет. Да. Ты, тварь. О, спускается. Жаульские вещи. Дикий бай. Нормальный бай, хороший. Дикий бай. Иди. Миша. Иди нахуй. Иди. Нет, не могу. А, ну, наверное, тут будет. А я думаю, нет. Кажется, выглядел. Братуха. Да. Хоть дает хорошо. Тише, ребята. Дайте мне. Сдался, ребята. Братуха, открывай. Ну, полетели. Открывай. Открывай. Что там у тебя показывают, что набрал? Не шуми, еще школьник. Ну покажи, что набрал. Там мелочь, ну вот шапку на пол. Взял себе Nike SB шапку. Что там еще? Что еще есть? Бля, какие-то гарманды. Что, покажи себе какие-то прикольные. Ну вот, смотри, типа. Какие жордики есть. Ну, покажи. Ну такие. И сколько по цене? Вообще какие классные. 54 рубля. И свежая коллекция 54 рубля. Нормально. Блядь. Чё? Ну есть такое, только не шуми тихо, хорошо? Блядь, только не шуми, не кричи, не привлекай толпу. Ни хера себе. Но. И вообще майки не смотрят олухи. Поэтому вот так вот. Кахар. Ну тоже такой. Грустный. Mm-hmm. Ну такой не ну, очень. Вот подожди, такой. Там есть логотипы? Ну вот. Один есть. Тут. И вот тут надпись. Ну такое вообще ни о чем, кстати. Ну, по цене 48, сколько? 48. Ой, дорого. А сколько, подожди, стон давай покажем людям. Стон, блин, да я даже не смотрел. А риговый нет, паленый? Я не знаю, еще не бил. 42. Так я же вот, ты только блин. Подошел. А размер какой? Пока не шумбил. Ну, народу, да, еще. Подожди, сейчас. Элька? Это же вообще не элька, на эску. М-ка. СМ, блядь, сел на тоже ручку. Хера себе понт. Трейдмарк такие мужские? Видел вообще? Ну, М-ка. Вообще. Со свежей коллекции, ничего себе. Да. Слушай. Ну, 60 просят, но я думаю, нормальная цена. Люкс. А у тебя? О, что-то? Нифига, так они еще и сзади свуш тут да, есть. Да. Я пока ничего, сейчас пойду полистаю, пройдусь, наверное, стой? После. Ну, давай. А нормальный, кстати, стон сегодня взяли. Один стон хороший такой. Поло. Надо будет пробить оригинал, не оригинал, посмотреть потом. Прям айс, ладно. Я думаю, мы с ним договоримся. Айс, как арим, вот такой, смотрите. Неплохой. 117, оверпрайс. Что? После всех. Без нижней, конечно. Чего вообще, блин? Такого у меня еще не было. Было, конечно, сразу. Нижних нету, печально. Апачи, что у нас вообще тут? 10.40. Чего вообще, блин? Не, ну вроде похоже на оригинал, кстати. Я не знаю, его типа подумали, что он паленый, наверное. Раз он без бирок, видимо, нижних, я не знаю. Верхняя вроде как ничего. Да, не знаю. Фил, смотри, что взял, слышишь? Что? После всех. Что? Смотри, видал? Ну. Халява сегодня. Возможно, это одного человека, тут элька. Потому что здесь размерно срезано. Покажи, посмотрим, давай. По пуговицам, кстати, нормально. Покажи, попащу. Попащу? Ну, давай, смотри.
А ты только взял, да? Ну, я говорю, 10.40. 10.40. Охуеть. Этим пацаны подумали, что паленые, типа, бирок нету. Нормально. Не, патч нормальный, все хорошо. Порядок? Порядок. Халява. Вообще нормально. А пацане сколько? 81. Ну так себя залупили нормально, конечно. Пацаны, я вообще в шоке, честно. Было такое то, что я брал новый вообще. Два свитера. Но такого, типа, вообще, что после всех, это полный вообще пиздец. Приехали два минских гангстера и залутали пол секонд-хенда. С праздником, поздравляю. Представь себе, ты молодой пацан. Оформляемся и уже идем. Джордики. Джордики? Найс, есть, порядок. Ну, вот такая вот цена. Пачком. Где пачком? Здесь не сняли? Вот он, пожалуйста. 10.40. Все есть. Родной. Так, и, конечно же, вообще просто пули себе оставлю. Я хоть и не дриллер, но... Трейдмарк, ТМ, дрил, вот так вот. Дрилить как положено, может. Сзади слушай. Ну да. Эмочка, свежие коллекции самые. Все как надо. Сибирочки на месте. Все по красоте. Вот. Поэтому вот как-то так, обязательно подписывайтесь. Не будьте... Как называется это вот... Кого? Не будьте агрессивными, будьте реально хорошими ребятами, товарищами, вообще людьми по жизни и в принципе. На улице минус 10, такой вайб новогодний еще присутствует. Залетим, не знаю, что-то как-то захотелось здесь сегодня поехать, большей вероятностью, что ничего не возьмем. Но попробовать всегда стоит, потому что в столице мало передвигаюсь по секондам. В основном это происходит, когда приезжаю уже к себе в город. Вот, я думаю, вы заметили. Тут и учеба, тут какие-то свои заботы. Не до этого. Как-то прям выдалось, началась сессия, поэтому есть минуточка, а точнее 3 часика, как раз столько, сколько я трачу, ездя на завозы. Утром поехать до точки, в районе час, если какой-то секонд-хенд, там в районе 5 километров. Залутать, ну, где-то минут 40. Если ничего не берешь, то едешь домой, опять час. И поэтому так вот выходит 3 часа впустую, не совсем выгодно, без машины. Ну, хотя ребята катаются, но... Не мой это вариант, объективно. Ладно, что-то я сильно заговорился. Вот секонд сзади, прям за мной. Все, пару человек. Секонд сам по себе небольшой. Вот, находится почти в центре. Дорогие друзья, только при монтаже видеоролика я заметил то, что не хватает самого главного, самого завоза, да, самого залета. Не знаю, каким-то образом я, видимо, случайно нажал на камеру, она выключилась. Вы спросите, так почему ты просто не удалил и не поставил какой-нибудь другой завоз? Ну, а все просто на самом-то деле. Я вам там рассказал достаточно подробно, почему в Минске я снимаю меньше видосов. Очень много ребят, и не только ребят спрашивают, интересуются, да, почему вот так вот происходит. Поэтому уже довел это дело до конца. Ну, а на самом-то деле на этом реально секи ничего не было. Какие-то просто обдрипанные штаны от ТНФ, какая-то течка детская, все ущербная, выгоревшая. Да и в принципе все, больше ничего. Поэтому вы ничего не пропустили, можете не расстраиваться. Ну а также жду вашей реакции на данный 109, который взял после всех абсолютно. Обязательно напишите свое мнение, возможно у вас есть какие-то свои истории, мне будет интересно почитать. Я уверен, что некоторые люди вообще брали какие-то запредельные вещи, да еще и при более абсурдных ситуациях. Поэтому пишите, все прочитаю, я с вами прощаюсь, но только на время. До новых встреч!